Здравствуйте! Сегодня на канале Hotline Video Юрий Сидоренко и SUHD телевизор Samsung 65KS 9000U, флагман 9 серии из линейки 2016 года. Это замечательная во всех отношениях модель, она отлично выглядит, даже со спины, чудесно показывает и демонстрирует смарт-возможности. Однако интересна она прежде всего тем, что система подсветки сделана по технологии квантовых точек. Хотя обо всем по порядку. Дизайн телевизора заслуживает лестной оценки, ничего лишнего, все элементы выверены. Тыловая панель разработана в рамках концепции 360 дизайн с учетом возможности установки посередине комнаты. Материалы и качество сборки соответствуют премиальному уровню продукта. Пластик текстурирован, металл тонкой, почти незаметной рамки, обработан тщательно. В комплекте поставки идет хромированная Y-образная подставка, на которой телевизор уверенно стоит. Винты крепления прячутся под пластиковой накладкой. Предусмотрен также настенный вариант веса крепления. Экран с полуглянцевым покрытием, которое производитель называет Ultra Black. Оно почти не бликует и помогает добиться высокой контрастности изображения. Пульт DU One Remote изогнутой эргономичной формы. На нем минимум кнопок, пластик приятный на ощупь, текстура маскирует отпечатки пальцев. Некоторые оперативные разъемы размещены в нише на тыловой панели. Они находятся близко к правому краю экрана, поэтому проблем при ежедневном подключении не возникает. Основные разъемы вынесены на торцы отдельного блока OneConnect, соединяемого с корпусом телевизора специальным многожильным кабелем. Эту маленькую коробочку можно легко спрятать за ресивером и сохранить опрятный вид системы домашнего кинотеатра. Телевизор базируется на изогнутой 65-дюймовой QLED-панели с размером изображения 3840 на 2160 пикселов и подсветкой, выполненной по технологии квантовых точек. На английском это Quantum Dot, что и определило название QLED. К сожалению, показать их я вам не смогу, поскольку размеры частиц измеряются нанометрами, зато результат их работы по производству качественного белого света для системы подсветки видны даже невооруженным глазом. Макросъемка экрана показывает структуру матрицы. Каждый субпиксел разделен на три части по вертикали и две по горизонтали. Заметно также разделение нижних сегментов на четыре части. Электроника управляет субпикселами посекционно. Телевизор порадовал качественной заводской калибровкой панели и ее приятной цветопередачей. Картинка спокойная и достоверная, без намека на яркие кричащие цвета, которые могут привлечь в магазине, однако начинают раздражать при длительном просмотре. При желании параметры изображения меняются в широких пределах. Для любителей есть ряд автоматических улучшателей. Посмотрим классический фильм «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Снятый в начале 70-х годов прошлого века, естественно, на кинопленку, он создавался без использования цифровых технологий и даже прицела на них. Первая сцена – кабинет Дона Корлеоне – настоящее испытание для любого телевизора. Персонажи одеты в черные фраки, свет приглушен. Идеальная возможность почувствовать вкус HDR. Хотя исходный материал вышел на обычном диске Blu-ray, в Samsung 65KS 9000U есть режим HDR+, который пытается имитировать 10-битовую картинку. И надо отметить, успешно. В кадре становятся лучше различимы детали одежды и интерьера. Субъективные оценки весьма положительные, но что покажут аппаратные измерения? Начнем, пожалуй, с светового охвата. Технология подсветки на квантовых точках обещает его существенное увеличение. Вот график, полученный нашей тестовой системой. Внутренний треугольник соответствует охвату по телевизионному стандарту REC 709, который совпадает с sRGB по цветовым координатам. Реальный охват панели намного больше, внешний треугольник. Причем именно в зеленой области, которой глаз человека особенно чувствителен, охват не меняется при смене режима картинки. Инженеры Samsung смогли довести технологию подсветки на базе квантовых точек от прототипа до коммерческого продукта.
Благодаря ей ЖК-телевизоры получили еще один шанс в борьбе за место. В вашей гостиной Samsung 65 KS9000U продемонстрировал отличную картинку и порадовал дизайном. По критерию соотношения потраченных средств и качественных характеристик, это один из лучших продуктов в своем классе. С вами на канале Hotline Video был Юрий Сидоренко. Желаю приятных киноразвлечений!